Всем привет! Вот и наступила зима, а значит самое время порадовать себя теплыми и согревающими напитками. Мы предлагаем вам два варианта приготовления горячего шоколада. Один из них густой итальянский, а второй классический американский шоколад. Из ингредиентов нам понадобится новогоднее настроение, 1 литр молока, какао-порошок, пару плиток темного шоколада, сахар по вкусу, щепотка соли, кукурузный крахмал, взбитые сливки и различные украшения для горячего шоколада. Начнем с итальянского варианта. В глубокую миску наливаем немного молока и подогреваем его в микроволновке. После добавляем 2 столовые ложки какао, 1 столовую ложку кукурузного крахмала и тщательно все взбиваем венчиком до загустения. А теперь приступаем к приготовлению горячего шоколада. В глубокий сотейник наливаем 300 мл молока, наше взбитое какао с молоком, добавляем сахар по вкусу, в нашем случае это было 5 чайных ложек. Насыпаем щепотку соли и все перемешиваем. Как только появятся первые пузырьки на поверхности, добавляем плитку темного шоколада и тщательно все перемешиваем до однородности. Посмотрите, какой густой шоколад у нас получился. Переливаем получившийся итальянский шоколад в любимую кружку, украшаем взбитыми сливками и посыпаем тертым шоколадом. А следующий вариант приготовления – классический американский шоколад. Для этого насыпаем в глубокую миску 2 столовые ложки какао, наливаем немного молока и хорошенько перемешиваем венчиком, чтобы избавиться от лишних комочков. Как только закончили приготовление, подходим к плите, ставим на нее сотейник и наливаем 300 мл молока. Выливаем перемешанное какао с молоком, насыпаем 3 чайные ложки сахара, добавляем немного соли и перемешиваем лопаткой. После добавляем полплитки темного шоколада, все еще раз хорошо перемешиваем и доводим до кипения. А для украшения горячего шоколада мы сделаем небольшого снеговика. В качестве основы послужат кусочки маршмеллоу, а руки и ноги мы сделаем из сладкой соломки. Растопленным в микроволновке шоколадом рисуем ему глаза, нос и рот. Дорисовываем 3 пуговицы и отправляем снеговика через горячий шоколад. Всем приятного аппетита! Если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями, и мы обязательно приготовим что-нибудь новое и интересное.